Коммунальщики заканчивают подготовку города к Новому году. Сотрудники комбината зеленого хозяйства устанавливают в районах Магадана горки. Также поставили елку в третьем микрорайоне у детской площадки. Горсвет в ближайшее время начнет ее украшать. Единственное, что хоровод, конечно, вокруг нее не поводишь, но смотрится красиво с учетом вокруг, то, что лес, эти городки. Ну, народ, конечно, может быть, хочет там что-то выше и больше, но я считаю, что достойная елочка. Тем более, если Горсвет красиво украсит, думаю, придираться сильно не будет. Также специалисты расчистили пешеходную зону «Магаданское время» и Театральную площадь. Там в субботу пройдет ежегодное шествие Дедов Морозов.